Энергия и работа. Два физических понятия, с которыми мы сталкиваемся чуть ли не каждый день. Однако в обыденной жизни мы их употребляем в несколько ином смысле, чем в науке. В физике они конкретнее. И чтобы убедиться в этом, познакомимся с понятием «механическая работа». Все, что вы видите, это примеры механической работы. Наш рассказ продолжает академик Юрий Ефремович Нестерихин. Здравствуйте, ребята. Мы снова с вами встретились на занятиях по физике. Сегодня мы с вами поговорим о работе. Понятие работы в физике – это перемещение некого тела, вот, к примеру, тот, который у нас, кубик, который у нас на столе, на некоторое расстояние. Это означает, что это работа силы на заданном отрезке, в общем, пространства. Ну, что такое перемещение тела под действием силы? В конце концов, всегда можно написать, что это есть сила, умноженное на некое расстояние. Вот это есть, собственно, физическое понятие работы. Такое понятие работы было введено в начале 19-го столетия французским ученым Понселе. И так оно вот до сих пор в таком виде представляется. Понятие это не очень простое, в конце концов, потому что, ну, мало сказать работы. В общем, надо видеть некое его содержание. Надо представлять, что если я двигаю вот какое-то тело, то я должен обязательно прожить некую силу, чтобы ее сдвинуть, потому что я работаю против сил, которые сопротивляются этому движению. В данном случае это трение. Если он бы у меня, как говорят, витал в воздухе и в космосе, то работы там бы я никакой не производил, потому что не было бы той силы, против которой тело спокойно передвигается без воздействия какой-то силы. Если тело не находится в неком неком потенциальном поле. Но это вопрос совершенно отдельный. Что касается того, как измеряется работа, ну, ясно, что должна быть единица той самой силы, которая работает, и вы уже поняли, что есть единица перемещения, это расстояние. Таким образом, произведение силы на метр, как эталон перемещения, это есть уже единица работы. Ну, за силу можно себе представить килограммовую гирю или, допустим, вот какой-то вес, это в каком-то смысле сила, тяжесть, это та же самая сила. За расстояние берется метр. И вот это, если за единицу взять ньютон, как это было сделано достаточно давно, а за единицу расстояние метр, то произведение ньютона на метр, это есть количественная характеристика проведенной работы. Ну, известно, что эту единицу вот такого произведения двух величин в свое время назвали именем английского ученого Джоуля. Значит, получился один Джоуль. Один Джоуль равняется одному Ньютону, умноженному на один метр. Вот те простые соотношения, которые нам понятны. Конечно, как и всегда, как метр, километр, там, миллиметр, есть соотношение и между другими единицами, в данном случае между Джоулем. Есть понятие эрг, это маленькая работа, допустим, надо 10 в седьмой степени эргов,
принципе, получился один джоуль. Ну, чтобы вы почувствовали, что такое эта работа, то несколько эргов – это моргание века у человека. Поэтому можете себе представить, сколько раз нужно моргнуть для того, чтобы произвести работу там, в один джоуль. Вот те характеристики, которые можно здесь сказать в самых общих словах. Но давайте обратимся к нашим сценам, которые мы уже приготовили, и посмотрим, как это понятие работы раскрывается в самых простых механизмах. В Англии, неподалеку от города Солсбери, на равнине, открытой со всех сторон ветрам, расположены развалины необычного сооружения. Называется оно Стоунхендж. По подсчетам ученых, построили его еще до начала нашего тысячелетия, где-то в первом веке до нашей эры. Сюда толпами приходят туристы. Их привлекают угловатые 50-тонные колонны, поставленные в круг и перекрытые каменными 6-тонными плитами. Плиты эти, как впоследствии выяснилось, были доставлены с холмов Малборо, которые находятся на расстоянии 30 километров от места строительства. И эти огромные каменные глыбы и немалые по тем временам расстояния. Что за великаны построили эти сооружения? И как? Те громадные сооружения развалины, которые мы посмотрели, в общем, которые достались нам от древних. По-моему, каждому видно, что древние использовали уже простые такие приемы, в общем, которые были нужны при данном строительстве. Дело в том, что понятие простого механизма, простого рычага, оно само напрашивалось в деле. Потому что если нужно было что-то, как вы сейчас видите, поднять, например, вот как я показываю, то это есть пример рычага, и таким образом можно было бы очень большой вес поднять незначительным усилием. Или то, что делалось на пирамидах, как вы увидите, когда довольно большой блок вот такого типа, с привязанными веревками, можно поднять с помощью большого длинного рычага. Это вообще пример подъемного крана, но только без блоков, а на прямых, вот на прямых стержнях, на прямых устройствах типа рычага и балки. А вот рассказ о еще более древних камнях. Их история начинается с 28-го столетия до нашей эры. Это гигантские пирамиды. Самая крупная из них – пирамида Хеопса. Она сложена более чем из 2 миллионов каменных блоков, каждый из которых весит добрых 1000 килограммов. Одна сторона квадратного основания этой пирамиды равна 233 метрам, а высота – около 147. Только доставка строительного материала продолжалась 10 лет. А сколько еще лет ушло на возведение пирамиды? Но главное не это. Как удалось построить такое чудовищное по размерам сооружение? Кто или что помогало людям? Теперь-то мы знаем, помогла им физика. А если быть конкретнее, простые механизмы. Наклонная плоскость, клин и рычаг. На то место, где теперь пирамида возвышается до облаков, рабы,
а именно они строили эти своеобразные замки, должны были затащить обтесанные блоки из дальнего карьера. И в этом им помогал песчаный откос или наклонная плоскость, которая росла одновременно с пирамидой. Кстати, наклонная плоскость была использована древними и для добычи огромных известковых глыб. Правда, вид она имела несколько иной и называлась клином. Да-да, именно клином, сделанным из обычного дерева. Деревянный колышек и исполинских размеров глыба. Здесь какая-то ошибка, скажете вы? Оказывается, нет. Египетские строители вбивали хорошо высушенный деревянный клин в трещину скалы и после этого начинали поливать его водой. Клин набухал и разрывал камень. Ну а дальше нужно было только отодвинуть его. И здесь ни наклонная плоскость, ни клин уже не годились. Под огромный камень подкладывали палку или рычаг, и глыба тут же страгивалась с места. Рычаг был еще одним простым механизмом, который помогал древним возводить удивляющие нас поныне сооружения. Итак, рычаг. И поскольку мы говорим о физических понятиях, то дадим им буквенные обозначения. Приложенная человеком сила обозначается буквой F, а сила тяжести P. Предположим, перед нами огромный камень, и мы хотим приподнять его. Для этой цели у нас есть рычаг. Один его конец давайте подложим под камень, а другой начнем поднимать. И вот уже камень оторван от земли. На рычаге действуют две силы. Сила F, то есть сила наших мышц, и P, вес камня. Точка O – это точка опоры или ось вращения. Обратите внимание на человека, изображенного справа. Здесь мускульная сила и сила тяжести действуют по одну сторону от оси вращения. А в другом случае сила F действует по одну сторону от оси, а сила тяжести P по другую. Теперь мы подошли, пожалуй, к самому главному выводу. Все зависит от соотношения размеров обоих плеч. Во сколько раз плечо приложенной силы больше, чем плечо силы тяжести, во столько же раз меньшее усилие надо приложить, чтобы сдвинуть тяжелый предмет. Будь то камень или увесистый чемодан. Главное преимущество рычага – это то, что посредством малой силы можно приподнять большую тяжесть. Именно это свойство рычага и использовали древние в строительстве. И каким бы рычагом мы ни пользовались, выигрыша в работе мы не получим. Мы можем выиграть или в силе, или в пути. Если сила приложена к длинному плечу, то выиграем в силе, зато во столько же раз проиграем в пути. И наоборот.
Этот важный принцип носит название «золотого правила механики». Вот так. Наклонная плоскость, клин, рычаг и загадки возведения удивительного Стоунхенджа, а также поражающих своими размерами египетских пирамид, больше не существует. Все эти сооружения были построены с помощью простейших, но очень действенных приспособлений. Одно из самых общих понятий в физике, конечно, понятие энергии. С этим связаны и закон сохранения энергии, и переходы одного вида энергии в другой вид энергии. Как вы поняли, это связано с работой, что тело, обладающее запасом энергии, может совершать работу. Маятник, который, значит, качается, это тоже очень ясный пример перехода одного вида энергии в другой вид энергии. Как мы с вами уже понимаем, есть понятие потенциальной энергии и кинетической энергии. Вот у вас есть покоящийся маятник, ну, допустим, большой груз на какой-то веревочке. Если я его отвожу, то я совершаю работу, и у меня этот груз на маятнике, он обладает запасом потенциальной энергии. Если я его отпускаю, то он начинает двигаться. И тем самым запас потенциальной энергии переходит в запас кинетической энергии, он же движется. Конечно, любой движущийся предмет, от пули, снаряд и многое другое, но обладает громадным запасом энергии, который при столкновении с препятствием просто переходит в выделение энергии, там, в плавление, в разрушение. Способы бывают разные. Значит, эта потенциальная энергия внутренняя, вот потенциальная энергия пружины, я не буду касаться химической или атомной энергии, она все-таки связана со строением вещества, с ее частицами, взаимодействием частиц, там, с кристаллической структуры и с многим другим, с чем мы познакомимся в других классах. Сжатая пружина, распрямляясь, может совершить работу. Например, привести в движение тележки. Возможностью совершить работу обладают движущиеся по наклонной плоскости шары. Потенциальная и кинетическая энергия. Кинема – движение, потенция – возможность. Казалось бы, что может быть проще? Проще? Впрочем, разберитесь в этом сами. Для чего попытаетесь найти ответ на следующие два вопроса. Вопрос первый. Почему автомашина, шедшая с большой скоростью, может пройти некоторое расстояние после того, как остановился ее мотор? Почему машина, шедшая с большой скоростью, может пройти некоторое расстояние после того, как остановился ее мотор? И второй вопрос. С летящего самолета выпрыгивает парашютист. Какими видами энергии обладает парашютист в летящем самолете и какие превращения энергии происходят с парашютистом после того, как он покинул самолет? Какими видами энергии обладает парашютист в летящем самолете и какие превращения энергии происходят с парашютистом после того, как он покинул самолет? Надеемся, что эти вопросы не застали вас врасплох. С давних времен
движущаяся вода привлекала внимание человека. Однако на нее он смотрел не только как на творение природы. Движущаяся вода – это ведь еще и прекрасный источник энергии. Очень сложно было заставить работать на себя водопады и бурные горные потоки. Но еще труднее казалось использовать энергию спокойных полноводных рек. Для этого нужно было знание физических закономерностей. Давайте на простом примере проследим, как проявляет себя потенциальная и кинетическая энергия воды. Вода подается в емкость. Обладает ли какой-нибудь энергией движущаяся вода? Конечно, обладает, мы это знаем. Прекратим подачу воды. Если теперь емкость оставить в покое, то вода никакой полезной работы не совершает. Итак, мы имеем тело массой М, которое, договоримся, находится на поверхности Земли. Приложим силу F и заставим емкость с водой подняться на некоторую высоту. При этом мы совершаем работу, равную произведению приложенной силы на расстояние. В результате подъема кинетическая энергия тела не изменилась. Вода по-прежнему неподвижна. Совершив работу на поднятие воды, мы затратили энергию. Во что же превратилась эта энергия? Она превратилась в энергию потенциальную, которая, в свою очередь, способна снова перейти в кинетическую. Для этого достаточно открыть заслонку. Так или примерно так работает гидроэлектростанция. Движущаяся вода, как мы только что выяснили, обладает кинетической энергией. Поэтому она может совершать полезную работу. Ну а как добиться того, чтобы эта энергия была большей? Для этого, очевидно, нужно выше поднять уровень падающей воды, то есть увеличить запас ее потенциальной энергии. Именно так получает требуемый напор на гидроэлектростанциях. Неисчерпаемы водные ресурсы нашей страны. Однако не только вода. Большим запасом кинетической энергии обладает ветер. Ветряные двигатели, известные с древнейших времен, переживают сегодня свое второе рождение. В наши дни ветряные двигатели применяют в сельском хозяйстве, на железнодорожных станциях для получения электрической энергии. Еще более заманчиво будущее этого вида энергетики. Сейчас ведутся работы по использованию гигантских воздушных потоков, которые движутся на высоте 10-11 километров. Итак, подведем итоги нашей передачи. Что мы сделали? Мы ввели определение работы. Мы сказали, что это есть процесс перемещения под действием силы, там, заданного тела. Мы поговорили о том, что единицей работы является джоуль.
мы ввели понятие энергии. Мы взяли понятие потенциальной кинетической энергии. Мы на примере маятника поняли, что переходит один вид энергии в другой вид энергии. В ставке вы видели, как потенциальная энергия воды может быть использована для производства электрической энергии. Это простой пример гидроэлектростанции. Мы увидели, как использовалось это золотое правило механики, правило рычага, и поняли, что можно проиграть в расстоянии, но выиграть в силе, можно выиграть в расстоянии, но проиграть в силе. То есть те правила, которыми пользовались даже наши еще древние люди. А теперь ответим на задачи, которые были заданы в начале нашей передачи. Значит, попробуем разобрать эту проблему с вечным автомобилем. Если автомобиль двигается, и мы выключили у него двигатель, то, имея запас кинетической энергии, то есть он имеет скорость и имеет массу, он будет продолжать двигаться, пока не потеряет всю свою кинетическую энергию на противодействие силы трения и сопротивлению воздуха, там еще, может быть, там трению в колесах, то есть пока он не истратит всю энергию. Значит, в этом варианте мы должны понимать, что он обязательно должен пройти какое-то расстояние. Это самое главное, потому что для ребята, это очень важно, как и когда он перебегает дорогу перед автомобилем. Он должен понимать, что никакая масса не может быть остановлена мгновенно, для этого потребуются невероятные большие силы, а взять их неоткуда. Если говорить о втором примере, о парашютисте, то это пример более сложный. Он состоит в том, что как пока парашютист летит в самолете, он имеет точно такую же скорость, вот скорость это вектор, вот как этот карандаш, который имеет самолет. С момента, когда он выпадает из самолета, он попадает под действие силы тяжести, которая не компенсируется уже самолетом, и начинает приобретать скорость в вертикальном направлении. Вот я показываю как бы вектор, вот это его увеличение, это приобретение скорости. Таким образом, парашютист совершает два движения. С той скоростью, с которой он летел вместе с самолетом, и у него начинается приобретать скорость по движению к земле, потому что на него действует сила тяжести. Она действует постоянно, и скорость его возрастает. Общее движение парашютиста, конечно, есть сумма этих скоростей. Значит, этот вектор больше, как вы понимаете, если его сложить, и тогда его кинетическая энергия возрастает. Так было бы без воздушного пространства. Но поскольку он обладает сопротивлением в воздухе, пока он еще не открыл парашют, то он набирает некую скорость, теряет практически вот эту скорость, потому что она больше никакой силой не поддерживается, и истратив всю эту энергию, парашютист начинает двигаться вот по такой кривой. Ну и здесь он может вообще терять скорость, потому что когда он открыл парашют, то у него возникает громадное сопротивление, и тогда он уже опускается с безопасной скоростью на землю. Вот, дорогие ребята, на этом позвольте нам закончить, пожелать вам всего хорошего, сказать вам до свидания и до встречи.